экран, песня в MP3, и на сердце шрам. Она там умирает в одиночестве, хотела детей с его отчеством. Любовь по сети, любовь через экран, песня в MP3, и на сердце шрам. Она там умирает в одиночестве, хотела детей с его отчеством. Эти красивые глаза цвета лета, она такая одна и временами несмелая. Сидит ВКонтакте, читает комментарии к своему альбому, много сердечек ставят. Меняет тавы, чтобы привлечь внимание. Постоянно пишут ей в любви признания, но не от того, кому ее влечет. Включает песни о любви и в тишине поет. Его страницу сотни раз обновляет, хочет написать, но снова руки опускает. Он в онлайне, у нее улыбка на лице, и внутри забилось что-то, похоже, сердце. Жмет на выход, ложится спать, сны о нем. Только там она с ним остается вдвоем. Днем, как обычно, стало ей привычно. Будет имейл, пароль, его в сети ищет. Его нет, а он гуляет, не заходит в интернет. Она ждет до последнего, его все нет. Ей обидно, он ее не знает даже. Ищет момент, когда все ему расскажет. Слишком хрупкая, боится сделать шаг, а вдруг откажет или поймет не так. Она с подругами, просит у них совета, пишет сообщение «Привет» и жмет отмену. Слезы капают на клавиатуру, не уверена в себе, считает себя дурой. Ставит статусы с небольшим намеком. Может, зайдет, прочтет, поймет все. А надо ли ему все это? Этот контакт, сайт, и живет сегодня, на завтра не гадает. У нее экзамены, но голова другим забита. С момента появления ей теперь не спится. Хочет научиться стать чуточку храбрее и наслаждаться им уже все время. Так и не справилась, тянула месяцами. Такая глупая, но правда в ее глазах. Он поставил СП со своей любимой. Для нее было дико и как-то неожиданно. Опустила руки, будто проткнули сердце. А все из-за того, что не завела беседу. Удалила страницу, он не давал покоя. А она так хотела, чтобы их было двое. Любовь по сети, любовь через экран, песня в MP3 и на сердце шрам. Она там умирает в одиночестве, хотела детей с его отчеством. Любовь по сети, любовь через экран, песня в MP3 и на сердце шрам. Она там умирает в одиночестве, хотела детей с его отчеством. Любовь по сети, любовь через экран, песня в MP3 и на сердце шрам. Она там умирает в одиночестве, хотела детей с его отчеством. Любовь.